Вітаю вас в ефірі телеканалу Миколаїв. Програма «Контраргумент. Постскриптум». Вчора під час програми «Контраргумент» ми порушували тему добровольчих формувань. Сьогодні з нашими гостями ми спробуємо поставити крапку. І зараз я хочу представити своїх сьогоднішніх гостей. Це Ігор Пох, публіцист і журналіст, Ігор Блажко, ветеран органів внутрішніх справ, і Олександр Охмановський, політтехнолог. Вітаю вас у нашій студії. Тож, власне, ми маємо знайти відповіді на ті питання, на які ми не знайшли вчора відповідей. Маємо поставити таку собі крапку. Тема ґрунтовна і, ну, мабуть, хотілося почати з того, що, дивіться, 21 листопада було підписано угоду про створення військової та муніципальної поліції в рамках реформи правоохоронних органів. Певним чином ми вчора торкалися теми роботи правоохоронних органів, і, власне, вона, ну, пов'язана з тим, про що ми будемо говорити сьогодні. Наш мер покладає великі сподівання на таку поліцію, начебто всі проблеми міста того ж часу будуть вирішені. А що заважає сьогодні міліції працювати так, щоб цих проблем не було? І в цьому контексті навіщо тоді створювати громадські формування? Ігор, мабуть, ну, до вас питання. Ну, я би хотів сказати, що, може бути, не стоит всі гріхи свалювати на міліцію, тому що, якщо реформувати міліцію і створювати муніципальну міліцію, то потрібно реформувати всю структуру правоохоронних органів. І моє видіння по створенню муніципальної міліції немножко відрізняється від тех предложений, которые вносятся сейчас в Министерство внутренних дел, я предлагал о том, чтобы муниципальная милиция была отдельно от национальной, ну, полиции, скажем так, муниципальная полиция и национальная полиция. И к муниципальной полиции относились бы подразделения административного комплекса, то есть нормы административного права. Это ГАИ, патрульно-постовая служба, участковая, все, что касается административного права. И чтобы она была на местном уровне, руководитель этого подразделения избирался на конкурсной основе из числа местных, чтобы она финансировалась и контролировалась исключительно местной властью, чтобы не было влияния на нее Министерства внутренних дел. И отдельно национальная полиция, куда входили бы следователи и оперативное подразделение. И, соответственно, два этих подразделения контролировали бы друг друга, свою деятельность. И вот сейчас на фоне такого патриотизма как раз и создание этой муниципальной милиции вот ярко выражено, потому что вот я поддерживаю, ну, скажем, на 80 или 90% те предложения Эка Изуладзе, которые вносят свои видения по реформированию, но в том числе, скажем, о том, что нужно уволить действительно все 100% сотрудников милиции. Но это так не говорит... было сделано в Грузии в свое время. Да, но это не говорит о том, что из числа тех сотрудников, которые сейчас действуют, они могут снова быть приняты на работу. То есть новый набор органов внутренних дел должен быть жестким на основании тестирования с проверкой имущества, родственников и так далее. И, естественно, на патриотической основе. И я бы еще предлагал о том, чтобы в милицию уже набирали людей, которые служили в армии. Не после школы, не после учебных заведений, а которые прошли определенный, получили определенный опыт жизненной армейской службы. Ну, собственно, что мешает в создании муниципальной милиции уже сегодня? Немножко какая-то, я не знаю, надо собственное желание, политическая воля. Естественно. Или что-то сверху спустить. Что для этого надо? Верховная Рада должна принять законопроект. Потому что действующий закон о милиции, он не дает основания работать муниципальной милиции, потому что муниципальная милиция должна составлять протоколы определенные, пресекать какие-то правонарушения, а это должно быть отражено в законе о полиции или о милиции. И, соответственно, без принятия этих законов не может дальнейшее движение в реформировании. То есть... Ну, функции муниципальной милиции сегодня, я не говорю, что полностью, в полной степени, но некоторым образом, собственно, и выполняют вот эти общественные формирования. А кто наделяет их полномочиями? Кто устав, которым они пользуются? Вообще, кто регламентирует их работу сегодня?
Смотрите, я, например, считаю, что сейчас из этой ситуации, которая у нас в стране происходит, и возникает необходимость появления таких формирований, потому что милиция в спящем состоянии сейчас находится, бездействие. И не только милиция, а все правоохранительные структуры. В основном это прокуратура, которая не имеет над собой никакого надзирательного органа. А милиция не может действовать, пока не получила там благословение от прокуратуры. И вот больше все ссылаются на милицию. Я хотел бы сказать, смотрите, милиция подконтролируется и прокуратурой, и отделом внутренней безопасности, и сотрудниками СБУ. И, соответственно, потом суды проверяют принятые те материалы, которые направляет милиция. А прокуратура и суды у нас абсолютно никем не контролируются. Вот если взять, к примеру, по суду, смотрите, сколько незаконных решений выносится судьями. Масса. И сколько уголовных дел, привлеченных судей за вынесенные незаконные решения? Абсолютно нет. Вот пример Рудяк. Его невозможно до сих пор привлечь к уголовной ответственности, потому что Верховная Рада не дала основания для его привлечения. А за незаконное решение суда уже невозможно будет привлечь судью, пока также Верховная Рада. Поэтому и сейчас вот поднимается вопрос об ограниченной неприкосновенности судьи, его тоже необходимо применять и как можно скорее. Ну и касаемо вопроса, я упустил функции формирования. Вот бездействует милиция, возникает необходимость там люстрировать кого-то засунуть в мусорный бак. Почему? А почему? Делается? Подождите. То есть вы считаете нормой засунуть человека в мусорный бак? Это не норма. Вы говорите, возникает необходимость. Это хулиганство. Потому что общественное формирование видит бездеятельность. Если у общественного мнения существует о злоупотреблении служебным положением чиновником, злоупотребление это факт преступления. То есть должна расследовать этот факт либо милиция, либо прокуратура. Не расследуя этот факт, общественность видит, что бездействие и каким-то образом влиять на этого чиновника, засовывают его в мусорный бак. Это, естественно, хулиганство. Этого делать нельзя, нужно проводить законную иллюстрацию. И дальше же этот процесс идет. Если не расследовать в должном порядке там, это уголовное преследование по чиновнику за злоупотребление служебным положением, опять же возникает вопрос там, покрывательства его. Так же самое направляет это дело в суд. То есть каждое расследование должно просто контролироваться общественностью. Контролироваться путем получения информации от следователя, от правоохранительных органов, от прокуратуры, каким образом расследуется дело. И тут же нужно и учитывать и презумпцию невиновности. Может быть, это общественное мнение, что он злоупотреблял служебным положением. Но в таком случае следователь должен разложить по полочкам: извините, граждане, в действиях такого-то чиновника не усматривается состава преступления в злоупотреблении, потому что вот одно, второе, третье, четвертое. И тогда не будет необходимости его засовывать в мусорный бак. Потому что уже у людей возникнет мнение, что он действительно не подпадает там под признаки уголовного наказания. И вот что касается вот лесхоза, сейчас говорят, что вот суд принял незаконное решение. А нет уголовного дела по злоупотреблению? Каким образом должен был поступить суд? Нету дела, значит, есть основания его восстановить на работе. Хорошо, таким образом получается, что деятельность вот этих общественных формирований, да, какой смысл она тогда в ней? И вот, Игорь, мне, кстати, вот ваше мнение тоже интересно по этому поводу. Засунули в бак, сняли с должности, а человек на месте. Есть ли смысл в существовании общественного? Я вообще не хочу обсуждать именно этот аспект общественных формирований, эту так называемую мусорную иллюстрацию, потому что это вообще какой-то ерунда. Если на самом начальном этапе в это можно было верить, то буквально там через там очень короткий промежуток времени у большинства людей, общества, да, сразу же возникло подозрение, что это все превратилось в чистой воды бизнес. То есть кто один чиновник заказал другого чиновника посредством засовывания в бак, условно говоря, там порчи его имиджа. И таким образом просто одного чиновника снимает в пользу другого чиновника. Вот, собственно, и все. И это же подтверждается тем, что, в общем-то, мусорная иллюстрация прекратилась. Резко. Раз, и ее не стало. Вот она была еще вчера, а сегодня ее уже нет. Почему?
У нас что, чиновники все идеальные, золотые, честные, кристально? Нет. В принципе, они какие были, те же и остались, а некоторые восстановились по суду, не по суду и так далее. Я не об этом хотел сказать, в принципе. Смотрите, общественное формирование, каков их коэффициент полезного действия? Ну, в частности, вот если брать за основу, ну, скажем, те формирования, которые, ну, следят за общественным порядком, пытаются следить за КПД. Вот можно ли, вот, Игорь, может, у вас есть такая там статистика, даже условная, да? Вот не было вчера общественного формирования, да, а сегодня они есть. Проходит какое-то время. Понизился ли уровень преступности в городе благодаря наличию этих формирований? Не понизился, а повысился. Собственно, статистика. Вот. Так вот, я об этом говорю. То есть коэффициент полезного действия, он в минусе, либо он в плюс. Он присутствует, либо вообще все ушло в минус. Если ушло в минус, значит, в принципе, эти общественные формирования, ну, не должны существовать. Если благодаря им повышается уровень преступности. Ежели наоборот, то тогда их нужно поддерживать. Любыми методами. Потому что, опять же, вспоминая советских дружинников, да, как бы там к ним ни относились, принудительно там людей заставляли там на производство выходить на дежурство и так далее, все-таки это имело какое-то, ну, хотя бы там условное, там, ну, их там побаивались там. Понятно, времена были другие, но тем не менее. Если взять за основу, ну, скажем, народные дружины, да, с определенными... функционалом определенным, правами определенными, да, то это нужно объяснить людям, что вот есть у нас такие формирования, они обладают определенными правами, например, там, задерживать и отправлять в милицию, либо задерживать и там, колотить, ну, условно говоря, там, или там, задерживать, надевать на них там, наручники и держать до прихода милиции. Любые. Но нужно это людям объяснить, на что они имеют право. И на что не имеют права? Если они выходят за рамки, это обыкновенная хулиганка. То есть они приравниваются к обыкновенным там хулиганам, тем же самым. Но сейчас смотрите, на волне патриотизма. Тут же... Патриотизм тут вообще ни при чем. Я сейчас о другом. Смотрите, тут же Александр Янсен, который ударил по лицу Царева. Это хулиганство? Да. С точки зрения закона, я считаю, что все должно быть законно. Маш, я вам скажу, что Царев ведь тоже ударил в ответ Александра Янсена, это есть на видео. То есть они оба хулиганы. Но тот был народным депутатом с неприкосновенностью, а Янсен был просто вот человек и гражданин, да, который выразил таким это, безусловно, образом Царев заслужил, свою реакцию. Это я не оспариваю. Но если мы говорим о законности. О законности, позвольте, добавлю. А есть такая еще норма крайняя необходимость. Ну, которая освобождает от ответственности. Поэтому Янсен. Об этом можно много говорить. Да, мы не оговариваем, не обговариваем как бы этическую сторону, да, там. Этого происшествия, назовем это так. Это сыграло свою положительную роль. Все это прекрасно понимают. Сыграло? Хорошо. Говорит, причиненное меньше допустимого. Да. То есть сам вот этот поступок, он, ну, повлиял на, в общем-то, на ситуацию в городе. Вот. И, в общем-то, поэтому можно сказать Александру Янсену большое спасибо за это. Но это не говорит о том, что каждый человек теперь может к любому другому человеку подойти и дать ему в лицо. Только потому, что он считает, что этот человек вроде бы может принести вред там, обществу или государству. То есть, ну, есть разные этапы в государстве, да, этапы, вот, периоды. В тот период это было возможно и где-то даже позволительно. Потом это стало неправильно, невозможно, потому что мы же все-таки в правовое государство, несмотря на все перипетии, которые начались тогда и происходят сейчас, и неизвестно, сколько будет продолжаться. Ну, смотрите, если говорить опять-таки о законности, каким-то образом, в принципе, проверяется ли вот личное качество того человека, который приходит в ополчение или в какое-то там гражданское формирование, в какую-то организацию? Как можно быть уверенным в том, что человек, приходя в
вступая в ополчение, не преследуют какие-то свои корыстные цели, в том числе выполнять заказы на определенные заказы. Да, я не думаю, что обычный человек, который приходит, например, к руководству, у каждого ополчения есть свое там руководство, назовем это так, командир ополчения, неважно, руководитель, да, вот определенного формирования. Если придет просто человек с улицы и скажет, там, я хочу вот поучаствовать в этом, будет рядовым. То есть в любом ополчении есть рядовые, там, условные сержанты и командир. Вот. И я не думаю, что рядовой там сможет влиять или делать бизнес. Если он сделает бизнес, не поделившись с командиром, его тут же выгонят. Вот. А вот вопрос в том, заинтересованы ли командиры этих формирований, да, в каких-то бизнес вот этих разборках. Но вчера со стороны Николая Тростиненко звучали обвинения. Может быть, я как бы не спорю. Я же говорю, что внезапное прекращение мусорных так называемых люстраций говорит именно об этом, с моей точки зрения. Александр, я так понимаю, что любое формирование, да, оно должно за счет чего-то жить, за счет чего-то они должны передвигаться по городу. То есть кто-то выделяет деньги на их содержание. Рано или поздно конфликт в Украине закончится, и, может быть, пропадет необходимость в таком количестве организации, которые вот помогали бы в охране общественного порядка. Конечно. Во что-то они должны трансформироваться? Смотрите, во что? Как вы считаете? Если вообще говорить, это, естественно, нормальный дарвинизм. Вообще, и вот общественные организации, политические партии, посмотрите, да, выживает сильнейший тот, кто может нами работать без финансирования, тот, кто занимается, тот, кто объединил вокруг себя действительно идеологически подкованных людей. То есть, в первую очередь, когда прекратится, да, поток денег, то умрут те формирования, которые жили только за счет финансов. Если мы, например, вчерашний кордон видим, да, то за пределами программы мы общались с лидером, я видел горящие глаза. Я понимаю, что там объединены люди не за деньги. Им не нужно финансирование для того, чтобы что-то делать. Им нужно финансирование, чтобы делать больше. Но, тем не менее, то есть часть организации останется. В первую очередь те, которые создавались действительно для благого дела. Люди, которые объединились, потому что не могли иначе. И абсолютно нормальный процесс. И я думаю, когда все успокоится, большая часть просто умрет. А часть останется. То есть люди действительно, вот это самая как бы хорошая и самая опасная часть. Люди, которые пришли действительно что-то делать. И задача в данном случае будет куда-то их задействовать. Иначе они становятся тоже опасны тем, что они хотят что-то делать, а место им в этом обществе не находится. И не могут ли они быть как раз теми кандидатами на участие в муниципальном? Да, это в первую очередь будет муниципальная милиция. Потому что в милицию обычную, скорее всего, они не пойдут. Все-таки милиция дискредитирована. А муниципальная милиция – это все-таки местная наша дружина, и это именно для тех, кто это место для того, кому неравнодушен этот город, который может себя найти именно в борьбе не с организованными там преступными группировками или наркотрафиком из Колумбии, там в США по территории Николаева. Это вот непосредственно мелкие проблемы Николаева, которые в целом создают у нас вот эту вот достаточно тяжелую ситуацию. Там незаконная торговля, разливайки на улицах, пиво и так далее. То есть, мелкое хулиганство, битье стекол. То есть то, что мешает жить, вот, в общем-то, на бытовом уровне. И с этими всеми проблемами как раз муниципальная милиция и вот общественные формирования могут очень успешно бороться. То, что на самом деле не интересно милиции заниматься мелким хулиганом, ей интересно бандита настоящего взять. Но хулиганы там мешают всем. Значит, кто-то им должен заниматься. Вот муниципальная милиция, вот эти общественные формирования. То есть эти общественные формирования сейчас, в общем-то, могут заложить основу будущей муниципальной милиции. То есть в первую очередь люди, которые пришли туда не за деньгами, а по зову сердца. Собственно, возвращаясь к их эффективности. Вчера Сергей Мельниченко говорил, да, о том, что утром они закрыли точку, вечером она снова открыта. Вот муниципальная милиция, в том-то и дело, что то, что говорил Игорь, необходимо изменение законодательства, и когда это произойдет,
муниципальная милиция сможет сделать очень много, по крайней мере, хотя бы штрафовать очень серьезно. Потому что, в общем-то, то, что вчера тоже не дали говорить, я всегда говорил о том, что нам необходим сингапурский вариант решения проблем вот этих мелких бытовых. То есть в 60-х годах новый премьер-министр Сингапура ввел штраф $500 за все. То есть это сейчас, наверное, с учетом инфляции порядка $5000. Вот. Я говорю о том, что необходимо вводить штраф $5000 за все. То есть бросил окурок $5000. Незаконная торговля $5000. Налил один раз, продал бутылку пива ребенку $5000. Ни 100 гривен, ни 50, ни на $5000. Разорение. Разорение. Любой промах – разорение. Иначе эту страну, этот город не вытянешь. И вот муниципальная милиция уже, возможно, с этими может будет справиться с учетом, если поменяем все-таки законодательство. Ну, мало законодательство поменять, если ну, те же штрафы. Тут же окурок, курение в общественных местах, распитие спиртных напитков в общественных местах. Мы же прекрасно видим, что милиция, опять-таки, ну, совершенно не обращает на это внимания и делает все то же самое. Вы считаете, что эти люди будут по-другому? А здесь уже вступает как раз вот то, что Игорь говорил. У милиции нету команды. Поменять всех. Да. Да. Поменять всех. И позвольте, я продолжу. Я абсолютно правильно поддерживаю, что эти громадские общественные организации должны трансформироваться в муниципальную милицию. И по поводу штрафов тут же тоже, это тоже нужно будет предусмотреть в законе. Если, например, нету мусорного бака рядышком. Да. А милиция штрафами будет зарабатывать себе деньги в бюджет на свое содержание, это уже будет не милиция, а бизнес-структура. То есть должно... Разливайки. Да, должно правомерно и относительно сотрудник должен относиться к проблеме существования каких-то правонарушений. Если в этом месте нет мусорных баков, а здесь стоят окурки, то он должен поднять вопрос перед руководством, руководство перед местной властью, поставьте, пожалуйста, мусорные баки, потому что мы вынуждены будем штрафовать людей. А когда есть мусорный бак и окурок рядом, вот, ну, к примеру, вот тогда уже нужно будет штрафовать за это. И я бы хотел продолжить вопрос. Вы говорите, что поднялся уровень преступности. Ну, уровень преступности – это понятие относительное. Оно, уровень поднимается не только из-за количества существования общественных формирований. Это уровень жизни. Это социальный аспект. Да. И в этом аспекте я бы хотел сделать бы или объявление, или поставить в известность. Вот, например, общественная организация «Обедание правосведомых громадян» на завтрашний день на 9 часов утра собирают порядка 15 общественных организаций, которые занимаются соблюдением общественного порядка, в исполкоме Ленинского райисполкома, проведение занятий по юридической теме. Каким образом общественная организация может участвовать, в каких рамках, что они должны делать, каким образом фиксировать правонарушения, чтобы это было юридически грамотно, чтобы это было потом в дальнейшем использовано сотрудниками милиции для составления протокола. То есть они же могут выступить и свидетелями и так далее, чтобы этот протокол успешно был рассмотрен в суде. Вот юридический аспект для каждой общественной организации очень важен. И правильное начинание там кордона, захиста и других общественных организаций по соблюдению этого порядка. И если это еще будет направлено в правильном юридическом русле, то не будет ни мусорных люстраций, не будет недоразумений по деятельности этих организаций, то есть соблюдение. То есть они сами уже организовываются в ту же самую муниципальную структуру. Времени не так много осталось. Если уж мы ставим точку, то вывод у нас таков, что общественные формирования, они нужны, и свою социальную функцию они, в общем-то, сегодня выполняют. Так ли это? Общественные формирования сейчас – это не то, что нужно. Это логическое последствие тех процессов, которые происходят в обществе. Потому что этот бурлящий вулкан должен иметь какой-то выход, и люди находят выход в создании формирований. После того, как все успокоится, естественно, мы говорим о том, что эти формирования должны трансформироваться куда-то, ну, например, в муниципальную милицию. На самом деле это просто логичная вещь. То есть
Странно было бы, если бы не появились бы они. Що ж, я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповідь. Я сподіваюся, наша розмова і наші висновки були цікавими, корисними для миколаївців. На все добре.